семья Ицхаковых и семья Роновых. Я хочу сказать Мазальтов жених домочадцу Давид, а также его избранную Аделину, что Бог вам дал много-много счастья. Я хочу сказать спасибо родителям наших молодых за то, что вырастили хороших детей. Спасибо бабушкам и дедушкам. Дай Бог, чтобы бабушки и дедушки увидели свадьбу их детей в Лохане. Все вы знаете, самое главное – это любовь. Это уступать друг другу, чтобы быть добрым, порядочным, и чтобы это сопровождало вас до 120 лет. Сегодня здесь ни у кого Айнара нету, но все равно молодые должны сказать молитву против Айнара. Пожалуйста, повторяйте за мной. Она.